К высокой температуре воздуха сегодня добавилась еще и влажность. Многоэтажка в Дашковой песочнице стала похожа на турецкую парную. Рано утром прорвало трубу с горячей водой в доме на улице Зубковой. Пока аварийная бригада приехала, пока нашла ключи от подвала, пока приступили к ремонту, люди начали задыхаться от пара. Как уверяют жители, такие прорывы в их подъезде происходят не реже 2 раз в месяц. Утром где-то часов в 5 мы открыли входную дверь, я живу на первом этаже, и увидеть было ничего невозможно. Подъезд был полон пара, жар стоял невозможный, у меня были просто горячие полы. Мы неоднократно обращались в нашу управляющую компанию ЖЭУ-16 о данном случае прорыве труб, но пока все на данном вот уровне. Парилка.